подкормим живность. Ага, масленица сегодня. Масленица сегодня. Самое интересное, масленица. Само слово. Сама еда и все это зимой, накануне поста, потому что зимой, под конец зимы, нас высушил мороз, холод тела подсушил, обостряются различные заболевание. И вот надо как раз масличная неделя. За это время мы свой организм умасливаем, вытесняем сухость и частично холод, потому что блины это обрабатываются теплотой, значит, они ее содержат. И вот этой вот недельки нам хватит, чтобы дальше нам продержаться весь пост. Вот удивительное дело, да, масленица. Казалось бы, зачем ее тут придумали, сделали, традиция. А все это, оказывается, имеет прикладное значение. Вот так-то. Шашлычки. Чучело масленицы. Кубики-рубики. Бджелки-молки. Ждут народ. Да.